Я доктор Камаль Хамзех Камаль, выпускник 88 года, работал хирургом. Вот сейчас прохожу переспециализацию в наркологию. Конечно, вот такой храм науки, зря не приходить и получить действительно очень ценную информацию. Специальность, конечно, мы приходим каждый день. Очень доброжелательно относятся к нам. Информация, объем информации очень большой. Конечно, не успеваем, стараемся. Все профессора и доценты, и ассистенты, и кафедры, действительно, люди на высшем уровне, специалисты, известны во всем мире. Поэтому очень довольны и очень рады тем, что мы попались на эту кафедру.